Наши зрители интересуются нашими именами. Колян Платков и Лена Магадановна – это наши творческие псевдонимы. По паспорту мы супруги Николай и Елена Морозовы. Я действительно Лена, в девичестве Алексеева, в замужестве Морозова. А Магадан, потому что я на самом деле родилась в Магадане, в столице Колымского края. А Платков – это мой творческий псевдоним в честь главного аксессуара православной субкультуры, который девочки в храме носят на голове. На тему православного дресс-кода в 2000-х годах часто были жаркие споры в интернете, например, в Курятнике, то есть на форуме диакона Андрея Кураева. Тогда еще вышел фильм «Ночной дозор», и я тогда породил мем «Платочко-юбочный дозор». Еще я там сделал сайт «Девица-платочковицы», придумал, то есть такую девушку, помешанную на православном дресс-коде, на ношении платков и юбок, очень креативную и юмористическую. Еще я создал такой сайт скромного платочка. Под псевдонимом Колян Платков я написал несколько рассказов юмористических, научно-фантастических, придумал православную галактику Экклесия, где звездная система Просфора Центавра, планеты левый и правый Клирос, населенные девицеоидами, самыми красивыми существами во всей Вселенной. Заодно и стихи. Ну да, и стихи тоже. А потом я в Великорецком крестном ходу встретил настоящую девицу-платочковицу. И мы с ней поженились.